Надо покупать право, потому что без права нельзя рыбачить в Хорватии на море. На море так стоит, наверное, около рублей 300-400 на день. Добрый день. Ja, ich weiß. Ah. Вот как рыбачим, у нас камера, у нас такое типа торпедо и воблер купил в России, так имитат мегабасса, 400 рублей, 450 рублей, наверное. Also, wow, yes, yes. It's useless. Еще пару слов про снасти. Как я уже показал, я использую груз, который в Хорватии называют торпедо. Торпедо помогает доставить нашу приманку на необходимую глубину. В моем случае я использовал торпедо с весом от 80 граммов, что достаточно, чтобы доставили приманку на глубину от 6-7 метров. Торпедо крепится с помощью монофильного рукава за основную леску. В моем случае я закрепил торпедо или рукав торпеда за камеру, которая была закреплена за основную леску. А после камеры у меня был поводок. О! Видите,
Вот скомбрия. Нормально вообще. Широн. Толщина поводка зависит от рыбы, которую хотим поймать. Обычно на рыбу, которую я в этом случае хотел поймать, значит скомбрию, обладу и так далее, хватит поводок с толщиной от 0,35. Это совсем достаточно. Длина поводка варьирует обычно от 2 метра до, может быть, до 10 метров. Вот рыба. Рыба. Ну, вот ловить. Вот рыба. Опять. А, ушата? Игла? Не, ушата. Супер.
Фига, мальцы. Так, ребят, приехали. Вот это будет наша база, наш квартир на сегодня, на ночь. Вот сюда будем ездить вот там, на конец, и будем рыбачить. Круто, да? Я вот так понял. Пара уж. Буджо и малеба. Има 5 кило. Так, ребят, как рыбачим? Просто у нас кальмар, как приманка. Крючок размера 6. Проводим так несколько раз. Все, и груз. И все. Отпускаем на дно и ждем поклевку. Есть. Есть, есть. Пацаны. Блин, есть. Морской окунь, я думаю. Да. Ты. Есть. Да. О, есть. О, что-то неплохое. И Маш. Какова пирка.
Ого, неплохой вообще. Отпускаем. Всем пока!